Последний билет. Билет номер 45. Вопрос номер один. Можно ли водителю самоходной машины во время движения надеть наушники, слушать музыку или радио? Запрещено. Вопрос номер два. Разрешается ли стоянка самоходной машины в охранной зоне? Да. Не разрешается. Вопрос номер три. Что должен сделать водитель самоходной машины перед запуском двигателя? Убедиться, что никто не стоит спереди или сзади около машины. Каким требованиям должен удовлетворить транспортный агрегат? Всем перечисленным требованиям. Вопрос номер 5. Эксплуатация самоходной машины запрещена, если остаточная высота почвы зацепов а шин управления колес составляет менее 2 мм. Вопрос номер 6. Проводить какие-либо работы под самоходной машиной при работающем двигателе запрещено. Вопрос номер 7. Можно ли запускать двигатель самоходной машины замыканием контактов стартера, находясь вне машины? Запрещено. Вопрос номер 8. Асептическая повязка накладывается для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов.